Видео подготовлено специально для сайта onlinegdz.net. Здравствуйте! Сейчас мы выполним 351 упражнение. Давайте прочитаем задание. Перепишите производные предлоги, образованные от существительных, заключите в прямоугольник. Итак, давайте с вами выполним это задание. Вследствие какой-то задержки в пути лошади отстали, а мы ушли вперед. Предлог у нас образованный от существительного «вследствие». Заключим его в прямоугольник. Далее. Впоследствии, когда мне действительно пришлось видеть тигра на воле, он не произвел на меня такого впечатления, как в первый раз. Предлог «впоследствии». Далее. В течение многих дней продолжалось сильное извержение вулкана. Предлог «в течение». Сразу от бивака начался ступенчатый подъем наподобие гигантских террас. Предлог «наподобие». Последнее. Нам удалось быстро договориться насчет квартиры. Предлог «насчет». На этом все. Больше видео вы можете посмотреть на нашем канале. А если у вас есть вопросы, то задавайте их в социальных сетях. Ссылки под видео в описании. Спасибо за внимание.